Совсем недавно в Светлодольске появились два новеньких трехэтажных дома, где уже успели справить новоселье жители. Парковка, по крайней мере, не пустует. Возникли эти здания буквально в поле при въезде в поселение. Выглядят они пока немного одиноко, но это временно. Работа рядом кипит. На свет появляются 8 новых улиц. На многих сейчас идет асфальтирование. По одному контракту работа завершается. Уже сегодня укладывают нижние и верхние слои. Вот. По другому контракту у нас 3 дороги заасфальтированы нижним слоем. По 4-й автомобильной дороге отсыпаем песчаное основание и будем готовить щебеночное основание, засыпать щебенкой. В скором времени здесь будет настоящий квартал малоэтажной застройки. В перспективе на площади в 35 гектаров появится 300 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На первом этапе из 200 участков половина будет отдана работникам агропромышленного комплекса. На втором же из 100 85 участков отойдут многодетным семьям. Подрядные организации монтируют коммунальную инфраструктуру, линии водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Все работы планируется завершить к 2021 году. Что же касается дорожной сети, то здесь все завершится гораздо раньше. К 15 числу. К 15 сентября, да, планируем уже завершить работу по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Таким образом, можно говорить, что Светлодольск продолжает преображаться, на глазах становясь перспективной площадкой. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».